Всем подписчикам привет! Поход в лес осенний. Началась основная заготовка грибная. После обильных дождей, несколько дней шли дожди, поход ближайший сосняк и пошли массово грибы. Хотел показать вам гриб, так называемый дождевик. Дождевик шиповатый, который растет в лесах, смешанных лесах. Вот он, дождевик. Имеет ножку такую выраженную и головка. То есть он пока имеет вот такой белый цвет на разрезе. Это вполне отличный гриб. Напоминает по вкусу шампиньон. Идет в жарку, варку. И очень вкусен с картошкой, допустим, тот же. Это дождевик обыкновенный. Есть такой же дождевик шиповатый. Вот они, тут их много, обильно пошли в сосняке в нашем. Его можно употреблять до тех пор, пока не пожелтеет вот этот белый слой. Потом он превращается в труху и вот такой пылевидные споры выделяет. Дождевик шиповатый или дождевик обыкновенный. Вот. Заготавливайте, не проходите мимо. Это очень вкусный гриб. Особенно в жареном виде. Напоминает по вкусу шампиньон. Спасибо за внимание.